Блять, я звук не... Пиздец. Забыл звук включить. Спасибо, что сказал. У меня вечно такое. За родину, за Сталина, блядь. Нихуя там фаус патрон полетел. Слышно меня, да? Нормально? Не 3D-шный звук. Блять, а где он? Погиб. Да, он без микро. У него нет микрофона. Не хочет. А вниз спускайся, кстати. Если ты смотришь стрим. Этот квадрат хорошо охраняется. А вниз можно спуститься. Себе. Пулеметчик. Так. Блять, все на друг друга похожи, пиздец. Одним цветом. Вечно путаю. Конечно, игра еще такая серая. Опа, на вибой пробежал. Хоп-хоп. Паяк-паяк. Так, подожди, а нахуя мы здесь бегаем кругами? Нам на улице, наверное, надо. Как? А ну вот же на карте показывает. Держись ближе к полу. Из-за дыма будет трудно дышать. Почти жалобы не помогут. Просто держись ближе к полу. Сорежать нам с Дилькой не раз приходилось пробираться по задымленным помещениям. Вниз, короче, в подвал. Ты слышал, чтобы он жаловался? Они продолжают подходить! Ух ты, блин! Слепать! Без вопроса! Чё, как тебе игра? Это будет непросто! Все больше нет. Ай! Ай, блядь! Они уже близко! Коммунисты, блядь! Ой, граната. Ой, патроны. Ой, один с патроном.
Ой, все, пизда. Я первый раз ружье взял. А игра не требовательная. Она бы у тебя пошла, полетела. Ой, это свой, блядь. И патронов нет. О, 123, нормально. Ой, блядь. Тут хорошо, что ХП регенится. Не надо аптечки собирать. Да, блядь. На ебой встал. Ёбаный в рот. О, новый бой. Прилёг. Надо его тоже спасать, если он лёг. Если не спасу, всё. То есть, там какое-то время. Ладно. Закончится, Берлин превратится в руины. Ну и бой прям сразу прилет. Блять, один. А вот. 43 где-то еще здесь. И вот здесь. А как мы проебали, почему? Погиб? К тому моменту, как война закончится, Берлин превратится в руины. Потихонечку наступать надо, а он сразу бежит к ним. Сейчас смотри, опять вяжем. Ну вот опять лёг, блядь. Пиздец. Такое себе, реально такое себе. Ёбло. Yes,
Кто как ходил. Тараканы? Картошечка тоже заебись, да? Ой, блядь. Ой, свой, эти люди пытаются сдаться. Оглянись вокруг себя, Черно. Ты говоришь, все серые какие-то похожие, блядь. Смерть бывает лишь двух видов. Быстрый и медленный. Их питаться? Черно, здесь вот Митри. Он знает, что такое милосердная смерть. Нахуй его. Не надо сдаваться. Надо погибать. Быстрее, Петро. Сюда! А, сюда? Метро. Любимое место. Ну, блядь, дай пройти, да. Блядь, это свои или нет, не пойму. Нихуя. Коммунисты, блядь. Граната! Залезаю! Оставаться на месте. Через пару минут глаза привыкли. МГ-42 на левой платформе. Ого. Ой, граната, ой, граната. Открыть огонь! Нихуя я. Ну, блядь, цель. Блядь, заныкаться. Оставаться на месте. Нихуя непонятно, в кого стреляют. Что же нам делать? Ай-ай-ай. Я их вижу! Бой, блять. Я их вижу. Бегу, бегу, но. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, граната близко. Сейчас. Ну. Не подпускайте их!
Сколько там карта осталось? А соля мия. Какая страшная музыка. Снабжение? Все будет. Когда? Просто залезь на эту гору, Полонский! У нас там хорошо укреплен. Дрочка какая-то. Миссия провалена. Да-да. Ой-ой-ой. Ой, блядь, что это у вас? Что хуя? Чёрт! У них подкрепление! Граната! Перезаряжаю! О, яйца, яйца. Брось её обратно! Японская пехота! Капитан! Врача! Максимов, позовите врача! Они приближаются! Ой, вот что это такое? Я? Блин, они все на друг друга похожи. Давай ты им! Ой, нихуя там.
пулеметчик. Ой, гранат. Ой, ой, блядь. Сука, застрял, блядь, в пеньке. Хули не прыгал. Вот откуда, блядь. Ты что за дрочка, блядь? Пусть что делать? Наступать. Ах ты ж, сука. О, нога на весь боя. О, граната. Я иду за тобой! Выпиздец. Короче, просто надо пробиться вперед быстрее. Вот отсюда. Ух ты, блядь. Ну, заебись, граната. А, надо сбоку, да, вот так пробиваться? Сбоку. О, пулемет, блять, нахуй. Рэмбо, блин. Все, да? Они приближаются! Ой, блядь, сырой. Ай, блядь, граната. Эй, пизду, блядь. Ой, блядь. Ну ладно, хотя бы отсюда начал. Нам нужна помощь! У нас три бункера ведут огонь! Обойди с фланга и зачисти! Что нам делать? Ой, они бросили гранату! Я их вижу! Что? Граната! Блять, граната, я даже... Пиздец, чего у меня такой радио здоровый? Не успел убежать. Снести эти чертовы бункеры! Иди нахуй, иди нахуй.
гранат. Миллер, выжги их огнеметом! А, можно же это. Гранат. Мне нужно пожжёшь вас! Раздери под сальки эти бункеры! Миллер, бросай взрывчатку! Напердел, блин. Лазы! Поторопись, Миллер! Нормально напердел. Сальфую. Ой, свой. Похуй. Один готов! Продолжайте! Ложись, твою мать, граната! Ну, блядь! Я же отходил. Нахуй мне эти ранги вообще уперли. Они идут прямо на ранги! О, заебись. Полетай туда, Нин! Сделай это! Ах ты, гандон. Осуждаю. Прямо за тобой, самцов! Они приближаются! Опять слег. Поторопись, Миля! Цель уничтожена! Ты хоть ползай, блядь. Чего Полез. Ты ждешь, Миля? Вражеская граната! Нихуя там. Замечательно, Миля! Остался только один! Кончай там! Кончай. Я иду прямо за тобой. Я знаю, они рядом. Наступаем на другой стороне моста. Вот они. Ёпта. Три часа не заряжает. А, меня просто прирезал. Понятно. Они приближаются! Держись рядом со мной! Целься! Огонь! Так точно! Зажгите эти бункеры! Ну, блядь, быстрее. Рот закрой, следуй за мной! Их здесь полным-полно, как тараканов! Пять гранат. А, блядь. Писту. Я этих ублюдков рот! Наебой, блядь, заебал. Японская пехота! Только начали, уже лежит. Да, иди сюда. Граната, блин. Вот где? Сука, ебаный.
5 гранат. Чё так медленно бежит, сука? Воскрешаем яйца. На вебоя. Ну всё! Нельзя здесь оставаться! Ух ты, блядь, вылезли! Стыкался, да? Ну, твари! Они бросили гранату! Не плеваю! Я не заряжаю! Блин, что я сделал? Непонятно, что это такое. Сержант, впереди туннель! Хорошая работа! Смотри, что взорвется. Конвой майор уже в пути. После этого мы пойдем как по улице. Ой, блядь. А можно их подбирать? Ребята! Сука, чай натворил. Опять яйца спасаем. Все в укрытие! Ах ты, сука. Куда, блядь? Все, последние патроны. Готовьте!
было безопасно. На вибой, а ты умер конкретно. X2. А все, патронов нет. Блять. Все, последний. Хочу поменять просто оружие. Ай, заебывает быть пулеметчиком. Есть оружие нормальное, сука. Это говно, блядь. Что такое, блядь? Брось ее обратно! О! Великолепно, морпехи! Просто, черт побери, шикарно! А теперь давайте выберемся из этой проклятой дыры и окажем помощь нашим раненым! Миллер! Сюда! Быстро! Держись, пацан! Мы тебя отсюда вытащим! Помогите мне положить его в грузовик! Мы выдвигаемся. Раз, два, три. Ты уходишь? Прорвитесь и займите замок Сюри. У нас скоро патроны кончатся. Снабжение подгонят по воздуху завтра утром. И как, черт побери, мы тут до завтра продержимся? Дерьмо собачье. Ты это слышал, сержант? Мы ни гранаты не получим замок до завтрашнего утра. Основные силы оттянулись на северный хребет. Мыслите позитивно. После этого вас парни наверняка дебильнут. И вы сядете на проходе домой. Так мы и думали после пилерио. Пиздец, он капрал, блядь, уже. Охуеть. Главные силы отошли на северный хребет. Но я хочу, чтобы каждый здесь был готов к бою. Как только сбросят припасы, мы выходим. Вот оно! Пошли!
Не знаю, игра для меня на один раунд. Внимательно смотрите в траве. Я бы не стал еще раз играть. Каждый чертовый интеллект может сосесть маленький тот. Наши самолеты разбомбили тут все к чертовой мать. Они вернутся, как только дозаправятся и получат боеприпасы. А пока остались только мы. Это все, что у нас есть. Разделите между собой. Дерьмо! Снайпер! Где они, черт побери? Банзай, нихуя себе. Смотри внимательно! В траве! Там, наверху! На деревьях! Снимите их! Вот откуда стреляет? Вражеская пехота! Можно только вдвоем играть или больше? Конечно, больше. Ползти. На его, блядь. Китаец какой-то. Ой, куда я попал? Ёпта. Хуя. Офицеры. Давай, поторопись! Давай, давай! Газ! Быстрее! Быстрее! Лучи ямы! Ищите! Какой газ, блядь? Ух ты, блядь! Рукопашка какая-то, блядь! Сосредоточить огонь на холме! Рассредоточиться! На любой, нахуй ты туда побежал? Стой с протектом. Миллер, сними его! Радостный пулемет! Граната, ложись! Ну, мы сейчас погибнем. А, он выкинул. Все нормально. А, теперь я слез. Ну, пиздец. Че он делает? Вообще похуй, всех стреляем. Ах ты, сука. Ого, ого. Пулемет над воротами. Сосредоточить огонь на холме. Сосредоточиться. Или сними его. Проебем сейчас. Блять, опять нахуй. Вот, да, блять. О, еще гранат. Вот сука, блять, орёт. Пять гранат. Блять, ты съебись, блядь. Банзай, блядь. Опять слег, да? Красава. Да, блядь.
А, один с патроном. Нет, это такое. Говно. На, они приближаются! Ух ты, сука, блин. Наебой, блин. Стрелок, нахуй. Стреляй, стреляй. Я перекурил. Ты, блядь. Они уже... Я их там, блядь. Ну чё так не попадает, блядь? Ой, свой. Чё, как туда попасть? А. Ах ты, сука, набивайчик, набивайчик. Откуда? Нихуя не понятно. Что тут было? Я понял. Они направляются сюда! Гони! Смотреть в оба! Наверху, на лестнице! Жми вперед, мы должны заткнуть эти минометы! Без проблем! Не останавливаться! Первый миномет на коп впереди! Миллер, разберись с ними! Понял! За тебя пристрелят! Обойти с фланга! Подбирайте мины! А, вот мины. Навибойчик, навибойчик. У них подкрепление! Нахуй спляж. За стеной вокруг еще несколько налетов. Первый готов. Идем к следующему. Блять, хорошая штука, нахуй. И своих и захуяривает. Нормальный хуй. О. Сейчас мы их взорвем, блядь. Еще два минометных
за него мили! Разберись с этим минометом! Они приближаются! Эти укрытия! В окопах чисто! Выдвигаемся! Займите это здание на востоке! Ой, блядь! Сам себя подорвал. Нормальный хуй. Самолеты уже в пути, они помогут нам! Хорошо! Они здесь все к чертям разнесут! Пушки на верхушке обходят с фланга по обеим сторонам! Зачистить каждый угол в этом дворике! Разделитесь! Разберитесь с ними! Вот они! Всем быть на чеку! За мной! А че я не могу взять гранату? Сука, откинуть. Блять, куда ныкаться? Граната! Они направляются сюда! Перезаряжаю! Здесь даже не дымажит. Сюда! Сержант, тяни! Целься! Огонь! Миллер! Кому пулемету? Зачистить район! Береги! Три часа, ну. Дайте пушку на мою. О, граната. Вау! Беги!
Я этих ублюдков по запаху чую! Они уже близко! Какие оттуда! Идут прямо на меня! Вижу противника! Хуя. Они направляются сюда! Они идут прямо на нас! Патронов нет. Ой, ты же... Ой, мать, ты, блядь... Враг приближается! Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Полонский, обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Чё за нахуй? Что это, блядь, было? Ну, китаёза. Осуждаем. Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! А, у них динамит или что? На землю! Живо! Руки вверх! Не взрывчатка! Миллер! Готовы! Они приближаются! Ты! Чёртов сукин сын! Лежать! Сейчас же! Ай, блядь, чёрт дадери! Райбок! Шайбу! Они убили сержанта! О, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Что там за хуйня вот? Ну, блядь, подожди. Ай! Пиздец. Надо, короче, сныкаться. И не наступать. Сержант! Мы засекли их передвижение! Прекратить огонь! Ну, блин, здесь, блядь, встать нахуй стрелять. Обыщи его! На землю! Живо! Руки вверх! Дерьмо! Только зря здесь, ну, жалко, пулемета нет. А, вон, блядь! Стойка, стойка! Лежать! А чё, не берётся? Чё не берётся? Рай бог! На ёб! Ой, на ёб. Держать оборону! Вы, сукины дети! Ублюдки убили его! А чё, назад нельзя? А, нихуя. То есть... Они приближаются! Вы, вонючие твари! Самолеты заправлены и готовы нанести удар. Назад давай. По переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Не слышал! Вызывай чёртовы самолёты! Координаты получены. Пусть ублюдка! Там мы нахуярим.
продолжать огонь! Что, можно еще координатор? Промах! Диллиджент 1-6. В смысле промах? Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Пулемет! 20 секунд. Пиздец, блядь, патроны нахуй. 5 секунд. Доступен авиаудар. Север от нас! Нам нужен удар с воздуха! Координаты получены. Пошел! Пошел! Куда, блядь? А, вон туда. Координаты получены. Цель поражена. Сука, встал прям перед со мной, блядь. 30 секунд. 20 секунд. Самолеты заправлены. Ты чё, блядь, бессмертный? Сука, три раза в него попал, ты видел? Проверьте сведения о цели. Ну давай, давай, где? А где цель? Триллер! Вызываю удар в воздуха! Вижу! А где ты цель, ты ёбаная? Иди в пизду, короче. Говно ебаное. Должна быть, типа, красная точка, да? Я не понимаю. Координаты получены. Блин. А, вон он, красная точка, блядь. Я её просто не увидел. Он на авиабой, блядь, не туда стрельнул. Повторяю, внесите поправки в прицел. 30 секунд. Ебать, сколько их! Давай! Перезаряжаю! 20 секунд! Сюда! На помощь! Поднять оружие и главный бросай! 10 секунд! А где эта точка, крас? 5 секунд! А, вон он! Подтверждаю! Ожидаю координаты цели! Давай, Миля! Вызови самолеты! 45. В смысле промо? Блять, я не попал. Приближаются! 10 секунд, 20 секунд. Пизду, я не понимаю, где точка, я не вижу. Готов нанести удар с воздуха. 10 секунд. Давай, Миля, вызови самолеты! 5 секунд. Готов нанести удар с воздуха. Подтверждаю. Хуйня ебаная вообще. 45 секунд. По дому? Понятно. Или куда она? Блять, ебня ебаная. Десять секунд.
Подтверждаю. Убивай! Продолжать огонь! 45 секунд. Доступен авиаудар. Огонь по переднему координату невозможен. Проверьте сведения. Цель поражена. Цель поражена. Все? Черт! Все кончено. Просто мы в дом сделали стрелять это. Все кончено. Вот хуйня. Мы сделали все, что от нас требовалось. Мы молились, лежа в окопах, чтобы проснуться живыми. Мы ползком пробирались по грязи, пока над нашими головами свистели пули. Все, конец игры, да? Это последний оплот противника. Захватив замок Сюри, мы сможем отправиться домой. Все мы. Хуй-то. А, я просто капрал, а он капрал один. Чё, нормальная бабушка, чё тебе не нравится? А, типа контуженная, да? Всё будет хорошо, слышишь меня? Они затопили своё метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, надышись. В мирное время косили пшеницу и рожь. Мы рот очистили. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Надо в собственной крови. Никто не будет это читать. Если у тебя кишка танка убивать за родину, то по крайней мере покажи, что ты готов умереть за нее. Типа Красная Армия, что ли? Нет? Или там флаг такой СССР? А, ну да. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться! Проверить все здания! Есть! Ну да, надо типа этот флаг потом в конце поставить, да? Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя роль. На Берлин. Блин, прям сразу погибли. Еще несколько часов и Берлин падет. У каждого из нас своя роль. Види, Чернов, 30 вешают руки на деревья. Гори, блин, шуку ногу. Гори, шуку ногу. Гори, нахуй. На ебой, как обычно, блядь. Штурман. Ого. Ой, блядь, что-то я не то взял. Где мое оружие? Алло, блядь. Пиздец, блядь. Что ты заныкал? Ты
А, сверху, блядь. Граната пошла! Зарядите оружие! Граната, блядь. Пиздец. Сгорел, ёпта. Охуеть. Горим, блин. Дай бой, блядь, хуяк, хуяк. Амуниции, блядь. Мы пойдем напрямую. Не отступай, товарищи! Сигнал. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врагам. За себя и за родину мать. То есть вместо вот этого флага надо свой поставить, да? Мы должны уничтожить единственный путь, чтобы освободить путь противника. Недостаточно уничтожить любую силу противника. Ну, блять, тут плотно будет 100%. Что, не попал? Они не остаются! Опа! Я себе сейчас не поню, блин. Что, только одна?
Патронов нет. Ух ты, блядь, сколько их там. Ой-ой-ой. Стой, стой. Ну и бочь. Ага. Он отдал уже за родину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Сука, блядь. Ну хоть с этого места. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врагам. Я и за родину. В атаку! Нейтрализовать! Бункеры сильно укреплены. Мы должны уничтожить единицы бункеров, чтобы освободить путь противника. Это останется уничтожить живую силу противника. Нужно стереть это место и создать бункеры. Они заряды. Найди Блять, столько проходить реально. Опять. Подзаебывает. Да похуй, блядь. Я не хочу играть вот так вот. Он постоянно погибает. Не может потихоньку проходить. Дать сигналы. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врага. Я и за родину мать. В атаку! И противовать их позиции. Бункеры сильно укреплены. Сейчас будет один играть. Я здесь буду стоять и все. Да блять, подорвался. Сука, ебаная эта дула стояла. Дать сигналы. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили врага. Я за родину. Аптанк. Рикошетом и все. Уничтожить нитные. Дать сигналы. Скоро все будет кончено. Сегодня мы славно отомстили. Не, игра точно не на двоих. Вот именно здесь играть. В атаку! Нейтрализовать позиции. Бункеры сильно укреплены. Тем более у него сложность стоит вторая. Он ставил третью сложность. Вообще непроходимую. А их всего четыре сложности. Ты представляешь? На четвертой сложности по-любому надо человек 4. Почему нельзя сесть в танк?
Ой, блять, подсказчик, нахуй, вместе держаться. Он не может держаться вместе, он постоянно вперед бежит. У нас задание, блять, уничтожить зенитки, нахуй. Дмитрий, блядь. Ух ты, ёбаная. Нихуя себе. Блять. Откуда там вторая граната была? Ну поебище. Капец, это уже место. Дать сигнал. Скоро все будет кончено. Сегодня мы плавно отомстили врагам. Для себя и за дочь. В атаку! Пиздец, такой бред, я сейчас стрельнул и не убил его. Куда патрон исчез? Ты видел это? Такое ебанство. Блять, по-своему нахуй. Похуй, блять. Сука, блять, это пиздец. О, на вибой, молодец. Красавчик, блять, прям погиб там, где нужно. Блять, гранаты нахуй везде повсюду, блять. Граната! А вот хорошее место. Так, две зенитки еще, да? Граната! Они не ранят! Это и та, да? Давай к
Не спреет иногда из-за пинга. Судя по всему, на вебой с Украины, да? По пингу я даже понял. Сука, ебучая. Я сейчас взорвусь, да? Блин, ебаная хуйня. Где ныкаться, блядь? Патроны, блядь. И тут патронов нет, и тут нет. А здесь есть. Блять, пизду. Есть нормальное оружие, нахуй. Все, оружие все исчезло, да? Охуенно. Столько трупаков было. О, ботинки читы. А, ноги. Ноги читы, нихуя. Охуеть. Чё, как? Нанимаем, блядь. Кровотечение. Ой, бля. Граната! Это будет непросто! Граната! Они продолжают подходить! Все по пингу понятно, я говорю. Если ему нравятся такие игры, именно почему ты выбрал эту игру? Уговаривался, давай в эту поиграем. Снова вижу движение в противника! Вот они! Берегись, противника! Чё, тут вообще как-то можно побежать, блядь? Ёбаный враг. Блять, на вебой нахуй, ну ты пиздец. Улегся, блять, посередине. Куда, блять, пизду, отстреливаться. А хули застрял, блядь? Пиздос, блядь. Уёбище. Уёбище. Опять граната, блядь. Куда ныкаться-то, блядь? Они
зенитка или что там показано? Может пулемет или нет? Чернов! Нет! Дима! Кто-нибудь, помолитесь. Заходим. Вы за этим пришли. Убейте их. Сотрите их в порошок. Не знаю, я не старался. Вообще. Ну тут по очкам сразу видно. Ну а что делать? Если уж начали, надо доигрывать. 30 апреля 1945 года. Когда Резнов в первый раз завел разговор о Дмитрии, да нет. Он рассказывал о герое. О том, с кого мы должны брать пример. Я видел, как он проявлял милосердие и видел его жестокость. Я не понимаю его. На Берлин. Возможно, герои и не должны отдавать отчета в своих действиях. Готовьтесь, товарищи! Нас ждет последний рывок к победе. А, ну вот, последняя миссия. Сегодня мы сокрушим остатки фашистского рейха. Родина примет нас в свои объятия, как героев. Там будет жарко, да? Сейчас же! Сейчас будет подгорять. Родина ждет от вас последние услуги. ССРТ, охраняющие здания, будут биться до последнего вздоха! Ух, блин, как залагал. Прям сразу умер. Мы можем подвести отчизну! Я понял! Не давайте пощады! Здание все еще под обстрелом, нас могут убить. Значит, мы погибнем, сжимая головку врага. Блин. Пиздец. Еще больше их убили! Просто тупо не стараюсь. Ага, пизду. Он меня одного оставляет. Еще больше их не видели! Мы не можем подвести отчизну! Не давайте пощады врагу! Yeah!
все еще под обстрелом. Нас могут убить. Значит, мы погибнем, сжимая глотку врага. Они просто атакуют! Это не безопасно! Он ранен! Тим Диспеса! Сдохни, мразь! Там еще один! Вот вот так вот надо, как я играю, аккуратно. А он хуярит, блять, как будто это КС. Потихонечку надо. И вот так присматриваться, кто где стоит, нахуй. Ну все, блять, патрончики. Так, а где я скинул? Патронов нету. Ай, блядь. Страшно. Не убивай. Давай в укрытие! Я бы не насрал, нашли твой купик. Они жизнью готовы защищать свои позиции. Правый фланг на балкон. Заряжай его. Огонь из Монстр Шрека. Один смотрею. Нихуя, чё тут. Чё тут происходит? Блять, встал нахуй. И чё? Нихуя не пойму.
А я ебушу, что делать? Не спрыгать. Мы должны продвигаться! Двигаться надо, блядь, вот что надо. Фрицам подошло подкрепление! Все как один, товарищи! Эй, дайте мне патроны, я встал. Я тут только что видел. Рядом с орлом! Сосредоточенный огонь! Около орла! Дмитрий, разберись с ним! Хватайте панцершреки! Без вопросов! Ебать тут патроны. Я понял! Бегу! Как? Ебанство. Я же выкинул гранату. Заднего эшелона заходят в здание. Пусть разбираются с тем, что осталось. Мы должны прорваться вперед, к победе. Недолго еще биться кровожадному сердцу фашистской империи. На балконах, там, наверху. Бросим этих тварей через край! Наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть слишком разбираются долго с тем, кидаю. Что осталось! Мы должны прорваться вперед! К победе! Недолго еще биться кровожадному сердцу фашистской империи! На балконах! Там, наверху! Уходим!
Сбросим этих тварей через край! Наши товарищи из заднего эшелона заходят в здание! Пусть разбираются с тем, что осталось! Мы должны прорваться вперед, победе! Недолго еще биться кровожадному сердцу! На вибой, блядь, терминатор! На балконах! Там, наверху! Макс Пейн, блядь. Чё у меня гранаты не кидают? Ну. У меня 4 гранаты есть, чё он не кидает? Я стал. Вон 4 показывает гранаты. Ой, блядь, хуяри нахуй. Ой, на вибой сейчас умрем. Не дать им добраться до 90. Чё, блядь? Я им сейчас дам, блядь, на минусе. Новое задание. Им некуда отступать! Вперед! Расчищайте дорогу для знамени! Блять. Дай всем знать, что мы победили. А, вот. Флаг надо поставить. Давай. Все. Конец игры. Ну это как типа в истории так же было. У тебя получится, дружище. У тебя всегда получается. Все. Только ты достоин такой чести. Россия священная наша. Пока ты жив, нашу армию не сломить. Когда-нибудь все изменится, друзья. Родина примет нас в свои объятия, как героев. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине, блин! Вот и все. Конец.
сказки конец. Пока все. Может, попозже подрублю стрим. Надо за сигаретами сходить еще. Ну, в общем, вот как видел, слава Украине. Мы победили.